Внимание, будет даваться старт. Старт дал инъекцию. Карта возглавил Дифюгу Стив на второй позиции начерка. Ведет Deep Purple Sin под управлением Сергея Волкова. На второй позиции ночевка. К отметке первой четверти впереди Deep Purple Sin. Но сейчас он на хорошем ходу-то. Но 35,5 секунды. Первая отметка дистанции за Deep Purple Sin. На второй позиции ночевка. Ситуация на дорожке у нас пока без изменений. К отметке второй четверти впереди Deep Purple Sin. Частный владелец Валерий Котляр, город Качканар. 35,1 секунды. Вторая отметка дистанции. Очень ровно пока раскладывает езду Сергей Волков. На второй позиции ночевка. И, конечно, тяжело тягаться с американским стандарт-брендом Deep Purple Sin. Вот, поехал, да? Deep Purple Sin тем временем подходит к отметке третьей четверти. 33,7 секунды, третья четверть. Резвее. Поехал Deep Purple Sin. Вышел на финишную прямую и уверенно подходит к финишу на второй позиции. Ночевка. Внимание, подходит к финишу Deep Purple Sin. Внимание, финиш.